Всех приветствую на прохождение игры под названием Stray. Не знаю, будет ли вам интересно полное прохождение, так как здесь мы будем играть с вами за милого котика, который просто будет бегать и искать дорогу домой. Ну, не знаю, посмотрим. Может, запишем минут на 30-40 видосик, а там уже все будет зависеть от вас. Заходите, пройдем полностью, если нет, то будет чисто как ознакомление, первый взгляд на игру. Так, где наш главный герой? Вот. Кот в сапогах наш. Рыжий. Угу, все, можем взаимодействовать. По-моему, тут как-то можно мявкать на какую-то из кнопочек, но пока мне недоступно. Ладно, давай подойдем сюда, посмотрим, что... Ага. Они просто играются. Хорошо. Да, игра будет вся вот такая вот расслабляющая. Просто наслаждаться милыми котейками. Так, идем дальше. Все, побаловались, да? И давай еще к одному подойдем. Вот. Бонжур. Какая же милота. Угу, баиньки, да, все собрались. Ладно, давайте тоже, наверное, ляжем с подки. Правильно понимаю? Да. На кьюшечку. Все, всем спокойной ночки. Если честно, я никогда не знал, что комментировать вот в таких вот играх. Я думаю... Здесь, в принципе, комментарии не нужны. Нужно, наверное, записывать без моего голоса. Чисто как фильмом делать. Хотя посмотрим, может, в некоторых моментах будет что-то интересное, что я смогу озвучить. Так, ну мы сейчас с вами проснемся. Пойдем гулять. И, насколько я знаю, мы потеряемся. И нужно будет найти потом дорогу назад домой. Хотя было прикольно, если здесь бы был какой-то маленький робот-помощник, который летал и с нами разговаривал. Потому что реально бегать, сколько тут, по-моему, часов на 6, на 8. Это игрушка, полное прохождение. В тишине как-то неинтересно. Так, все. Пошлите гулять. Да. На Shift у нас бежать. Так, нажмите левый Alt, чтобы мявкнуть. А ну. Мяу. Мяу-мяу-мяу. Блин, прикольно. Так, Space, чтобы прыгнуть. Хорошо. Побежали. Я так понимаю, нам в эту сторону, да? Ну? Молодец, умничка. Так, стоять. Что это? Угу. Водичку с вами попили. Хорошо, пошли. Ля, повторю, хомуха, да? Тоже водичку пьет. Так, побежали. Прыгнуть. Ага, лови их. Ля ты, падла, улетели. Мы же вроде правильно идем. Сюда и нужно. Да. Единственное, здесь хорошо, что
Я не упаду, даже если очень сильно этого захочу. Ну, то есть я сейчас жму вперед, и он не падает. Ну, то есть мы сможем с вами не переживать насчет этого. Так, ага. Нам нужно сюда спрыгнуть и зажать пробел. Понеслась, все. Шикарно. Вот тут я знаю, сейчас будет труба, через которую мы не сможем перепрыгнуть, и мы с вами потеряемся. Давай прыгать. И побежали. Неплохо. Так что нужно... Нажмите, чтобы осмотреться. Ага. Ну, значит, нам вот сюда. Все, не бойся, пошли. Я 100 раз так уже делал. Да, вот эта труба сейчас. Мы с вами не сможем перепрыгнуть. А точнее, труба вырвется. Все, не переживайте, все хорошо с нашим котиком. Давайте дадим знак, что все хорошо. Угу, бум. Вырубились. Если честно, я так и не понял, что это за роботы. Может, роботы-уборщики? Может, роботы-мышки? Не знаю. Сейчас вы увидите. Так, идем. Идем вперед. Да-да-да, все хорошо. А можно немножечко быстрее? Не, никто тебя не слышит, к сожалению. Во, сейчас мы зайдем в город, и нужно будет отсюда потом найти выход. Мертвый город. Во, что это такое? А ну, иди сюда. Куда они делись, падлы? Так, прыгаем. Бонжур. Ля, реагирует. Понял. Тогда вниз пошли. Тут, по-моему, можно взаимодействовать со всеми, да, такими мелкими предметами. Ага. Так, здорово. С тобой все хорошо? Наверное, лежит, отдыхает просто. Ну, судя по стрелочкам, то нам сюда, в эту сторону, да? Так, help. Угу, помощь вон туда. Хорошо, мы сейчас туда и отправимся с вами. Все, перепрыгнуть, перепрыгнуть. Молодец. В эту сторону. Follow me. Следуй за мной. Хорошо. Так, что у нас здесь? Давай ведерко возьмем. Не знаю. Может пригодится.
по-любому пригодится. Нужно будет сюда, да, бросить его. Да, умничка. Наш котик, умничка. А это что? Прикольно. Давай еще. Надеюсь, снизу там никого нету. Так, давай прыгаем. Сбросить. Но я помогаю, правильно? Я ж котейка-помощник, так что помогаем, все. Я так понимаю, нам в эту сторону, да. Так, запрыгнуть. И нужно сбросить баночку. Еще чуть-чуть. Молодец. Умничка. Все, не-не-не, в эту сторону. Давай, вниз. И вот сюда. Умничка. Так, это что такое? Кьюшка. Ага, можем коготки свои потащить, да? Прикольно. Так, предлагаю еще чуть-чуть немножечко. Прикольненько. Ладно. Хорошо, идем. Так, наверх. Давай все посбрасываем, как это любят делать коты. Здесь не могу потащить коготки? Нет, к сожалению, не могу. Ладно, все, спрыгни на пол, пожалуйста. Умничка. Идем попьем водички. Будем отправляться дальше. Так, прыгнуть. И вниз. Вот это вот, кто они такие? Погоди. Падла, куда они? Куда они деваются? Так, ага, мне нужно наверх, да? Попасть. И каким образом это сделать? Привет. У тебя все нормально? Понял, не все. Да, поломал, все. В угол поставят. Насколько я понял. Так, давай смотреть, нам нужно наверх. Это значит вот сюда куда-то, да? Угу. Давай вниз. Это что такое? Все-все-все, отстаньте, пожалуйста. А-на-на, дом листала библиотека. Капец. Вот с какой целью вот этих вот маленьких мышей? Или что это такое? А, левый альт? Продолжить. Получилось, ладно. Давай еще раз, надеюсь, мы с этого места будем. Да, стоять. Нет, нет. Отстань, пожалуйста. Надо было левый альт как-то нажать, но я про... Прикинь. Я нажимаю левый альт, а оно не хочет. Интересно, я могу прыгать? Нет, прыгать я не могу. Все, отстань. Отстань, пожалуйста. Блин, ну не трогай маленьких. Я не говорил, что некрасиво маленьких обижать. Так, вроде справляемся, да? Нет. Да, вроде справляемся. Хорошо. Нажимай. Нажимаю. Так, нажимаю. Да твою ж мать. Т-
Так, куда? Я надеюсь, сюда наверх. Нажимай. Так, что нужно? Перепрыгнуть. Мы справились. Мы молодцы с вами. Так, не расслабляйся. Угу, в эту сторону. Follow me. Так, блин. Пытаюсь нажать на Alt. А не туда нажимаем. Так, давай смотреть. Наверное, сюда же, правильно? Так, перепрыгнуть. А тут у нас... Погоди, мне нужно... Ага, понял, вниз. Теперь все понятненько. А теперь на трубу. И побежали. Ну да, с геймпадом было бы, наверное, мне удобнее это все делать. Так, сбросить. Так, ты куда запрыгнул? И куда нам надо? Ага, вон туда, хорошо. Ну, значит, наверх и на кондиционера, либо мы так сможем допрыгнуть. Все, умничка, мы справились. Надо водичка попить тебе? Не, вроде не надо. Угу, в левую сторону. Так, давай двигать. Все, хорошо. Теперь наверх мы сможем, да, запрыгнуть? Да, сможем. Так, а теперь каким... Ага, вижу, каким образом. Наверное, вот сюда. На трубу, правильно? Нет, не на трубу. Может, вниз? Давай вниз прыгнем. Держись, котей. Так, а куда тут? Угу. На вот эту вот балку, окей. Спасибо, что игра мне помогаешь это делать. Ну, опять возвращаться, да? Я допрыгну? Нет, не допрыгну. Ага, вот сюда и нужно, да, как-то вот эту штуку сбросить. Окей. Давай наверх, сбрасываем. Молодец, умничка, побежали. Да-да-да, ты умничка. Угу, вижу. Так, и, наверное, наверх, да? Ага, автосохранение пошло. Так, ага, и... Понял. Интересно, я смогу пойти по... Нет, не смогу. Хотел сказать, смогу ли я пойти по гирлянде, но, походу, нет. Так, запрыгнуть наверх и... А как я туда попаду, я таки извиняюсь... Давай, наверное, наверх. А вниз? Может, тут лифт где-то будет? Либо мы сможем как-то с вами пройти это все. Да, сможем. Вот сюда и... Допрыгнешь, да? Допрыгнешь. Умничка. Так, стоять. Не знаю, без понятия куда. Ага, вот сюда-то, наверное. И как мне эту штуку остановить? Ага, никак, да? А не, получилось.
Я думал, нужно будет опять сейчас какое-то ведерко бросить, либо что-то в этом роде. Так, квартира. Блин, оптимизация, конечно, здесь ужасная. Подлагивает, вы сами видите, да? Давайте коготки поточим. И пойдем дальше. Да, нужна помощь. Надо тело? Какое тело? Какое тело от меня требуется найти? Так, space. Может, тут что-нибудь нужно? Ага, ля, смотри. Отлично. А сюда, наверное, вставить, да? Ну, наверное, я не знаю. А, где тут еще есть? Что мы с вами выпускаем? Ага, вот еще есть. Прыгаем. Вставить. Еще две штучки, да, осталось? Так, отлично. Что ты мне тут махаешь? Помог бы лучше. Так, запрыгнуть. Ага, вот еще есть. Отлично, давай вниз. Так, не, нужно вставить. Молодец, и еще один где-то должен быть, да? Насколько я понял. Может, тут где-то лежит? Или нет? Так, ага, вижу, вроде вижу, да, вот наверху. Отлично. Давай, забрали, спрыгнули. И вставить. Молодец, умничка. Вуаля, мы нашли с вами проход. Да, ты молодец, умничка. Справился. Так, запрыгнуть, запрыгнуть. И что? Ага, надо скинуть, да, наверное? Мы что-то с вами нашли, погоди. Может, вставить нужно куда-то сюда? Что это вообще такое? Что ты нашел? Бросить? Нет, не бросить. Наверху? Не. Может, эта штука нам и нужна? А ну, давайте вернемся. Нет, либо да. Все, положить. Ля, неужели там будет наш маленький помощник, как я хотел? Прикольный. Ля, себе такого хочу. Так, не обижай маленького робота. Так, сработал, я свободен, спасибо. Я с трудом поверил своим камерам. Кот в мертвом городе. Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперт в электронной сети. Я знаю, что работал на ученого, который здесь жил. Пока можешь назвать меня B12. Так написано на моем корпусе.
мертвом городе небезопасно, но ты, похоже, знаешь, что делать. Пошли отсюда, следуй за мной. Пошли. Так, этот ключ отпирает дверь. Я это помню. Хорошо. Сейчас помогу. Ля, реально у нас с вами маленький помощник есть. Помните, в начале игры я говорил, было прикольно. Так, батарея садится, подойди сюда. Тебе придется это надеть. Во, прикольненько. Ага, то есть ты заряжаться, да, начал? Ля, как он ходит. Походу, кому-то неудобно. Так, этот рюкзак разработан для таких маленьких четвертоногих, как ты. Неудобно? Не переживай, привыкнешь. Я оцифровал ключ и положил его в рюкзак. Нажми так, чтобы открыть инвентарь. Ключи. Прикольненько, понял. Легко и просто. Угу, понял. Если мне что-нибудь еще понадобится, я просто говорю, что робот помогает, да? Все, шикарно. Так, нажмите 2, чтобы использовать фонарик. Ага, ля. Вот это вообще хорошо. Давайте осмотримся, что у нас тут есть. Стоять. Я должен был это сделать. Так, использовать. Угу. Нам нужен код. А какой код? Я таки извиняюсь. Давайте смотреть. Код. Ага. 37-48. Хорошо. Так, 37-48. Есть. Кто молодец? Котейка молодец. Так, идем дальше. Ух ты, ну и местечко. Тут клип вдали, думаю, он важен. Я знаю, что нам нужно подняться наверх. Ну давай. Поехали. Нам нужно подняться наверх, но мы что-то как-то спускаемся вниз. Надеюсь, мы правильно это все делаем. И опять же, оптимизация, мое почтение. Так, спрыгнули. Погоди, я помню. Аутсайд. Так ощущение, что я был там раньше. Ты оттуда пришел? Так, я кому-то обещал туда пойти, но кому? Эта открытка, рисунок на стене был сделан с нее. Давай возьмем ее. Да, давай. Получен новый предмет, хорошо. Так, откуда у меня эти воспоминания, как они сюда попали? Пошли дальше. Давай, пошли дальше. Так, ага, новые воспоминания, хорошо. Но я так понимаю, нужно будет полностью осматриваться, да? И ничего не пропустить. Так, ну нам, наверное, куда-то вот в эту сторону. Хотя куда именно, но явно не туда, правильно? Так, что нужно делать? Может вниз? Наверное, да. Наверное, все-таки вниз. Так, это что такое? Безопасная зона. Отлично. Нам туда и надо. Поехали. Так, спрыгнуть. Главное, чтобы эти... Ё-моё! Роботы не напали на нас. Ага. Все.
заходим. Трущобы. Здорово. Да не бойся меня, все хорошо. Ну, просто маленький котик. Ты что издеваешься? Такой большой робот и боится маленького котика? А он что-то нажал. Наверное, за нами сейчас полиция, да, приедет? Бля, странно как-то все. Реально как-то это все странно. Так, и кто это? Надеюсь, ты хороший. Так, кажется, у них свой язык. Ты не зурк. Мы не знакомы с таким, как ты. Добро пожаловать в наш поселок. Только, пожалуйста, не ешь никого. Постараюсь. Выключай тревогу и давай дружить. Все, умничка. А зачем роботам одежда, скажите, пожалуйста? Что они там прячут? Или они просто подражают? Ты потерялся? Тебе что-нибудь нужно? О, фотография. Какая нелепость. Лифт не работает, все знают, что уйти отсюда невозможно, но кроме аутсайдеров. Но их уже не осталось, за исключением Момо. Попробуй поговорить с ним, если хочешь. Но он давно прекратил все попытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Он живет в этом здании с оранжево-неоновой вывеской. Угу. Окей, спасибо за помощь. Так, попросите помощи. Не стесняйся, возьми меня в любое время, я всегда рад помочь. Он живет в большом здании, ага, хорошо. Так, а ты можешь сам туда слетать, либо нет? Или мне нужно самому туда как-то пытаться добраться? Так, ага, в эту сторону. Так, ну тут все пока есть просто. Наверное, в эту сторону. Познакомиться. Так, пожалуйста, не беспокой ее. Она такая неуклюжая. Хорошо, понял, не буду беспокоить. Так, нам нужно как-то наверх попасть. Давай, наверное, сюда. И посмотрим. А как мне на это ведерко? Может, ты мне поможешь, робот? Так. О! Мы баиньки, да, ляли? Прикольненько. Так, ребят, давайте, наверное, на этом моменте мы с вами и закончим. Я не знаю. Дальше, я думаю, нету смысла проходить, потому что-то я смотрю, по оптимизации здесь не очень. Да, плюс, я думаю, вам такая игрулька не зайдет. Так что все, всем спасибо, всем пожалуйста, всем до потом и пока-пока.
Ну, если игра понравилась и вас не будет смущать, что она будет подлагивать иногда, то можешь написать комментарий и пройдем дальше. Все, всем мур-мур.